Нурсултан Назарбаев в качестве председателя Совета безопасности продолжит оберегать народ Казахстана от всяческих угроз, считает депутат Мажилиса парламента Омархан Оксикбаев. Он отметил, что президент и дальше будет направлять все ресурсы на рассвет нашего государства. Нурсултан Назарбаев, он не уйдет от системы управления далеко государством, потому что мы, народ Казахстана, привыкли к политической стабильности, и его роль в нашем государственном обустройстве – это велико. Приняв страну с пустыми полками и застывшими заводами, он превратил страну в расцветающее государство, признанное всем миром. И как председатель Совета безопасности, думаю, что он будет всячески оберегать нас от угроз национальной безопасности и направлять ресурсы на мирное сосуществование и мирный расцвет нашего государства.